На следующий день после Нью-Гэмпшира из президентской гонки выбыли сразу двое республиканцев. Сегодня стало известно, что свою кампанию приостанавливает Крис Кристи. Губернатор штата Нью-Джерси неудачно выступил на вчерашних праймерис в Нью-Гэмпшире. Он занял лишь 6-е место, и это в штате, на который он делал основную ставку. Еще накануне в своей заключительной речи он заявил, что отправится бороться за голоса жителей Южной Каролины. Однако окончательные результаты из Нью-Гэмпшира перечеркнули эти планы. За Кристи проголосовали всего 7% избирателей. Он не смог завоевать ни одного голоса делегатов партийного съезда. Отмечу, что Кристи успел внести немалый вклад в ход президентской гонки. Он получил лучшие оценки на последних теледебатах минувшую субботу. Главным образом за критику в адрес Марко Рубио. Эта критика оказалась настолько успешной, что молодой сенатор из Флориды за один день лишился статуса главного фаворита республиканского истеблишмента. Сам Кристи пока официально не объявил о прекращении борьбы, но его приближенные сообщили, что он уже точно снимает свою кандидатуру. Сегодня же из гонки за место в Белом доме выбыла представитель партии республиканцев Карли Фиорино. Бывший исполнительный директор Хьюлетт Паккард написала об этом на своей странице в Facebook. На выборах в обоих ранних штатах Фиорино показала слабые результаты, в Нью-Гэмпшире всего 4%. Далее цитата. «Несмотря на то, что я снимаю свою кандидатуру, я продолжу путешествовать по стране и бороться за тех американцев, которые отказываются мириться с нынешним положением вещей, за тех, кто не желает сохранять статус-кво», написала Фиорино.